Выборы президента Украины. Сегодня это главный инфоповод для многих СМИ. Но несмотря на всю серьезность темы, она почему-то приобретает все больше юмористический окрас. Мы решили выйти на улицы города, чтобы спросить у людей, насколько они серьезно относятся к данной теме и какие делают выводы. Да что сказать. Да ничего хорошего не будет. Мне кажется, так же Порошенко будет, вот и все. Там уже все. Что-то не... изменится для России? Да я думаю, ничего не изменится. Все так же будет. Это мое мнение. Почему в первом туре голосовали активно за Зеленского люди? Как думаете, в чем его феномен заключается? Ну, потому что уже, наверное, надоел этот президент старый. Хотели что-то нового, но мне кажется, ничего не изменится, если даже новый будет. Все так же будет. Если бы вы голосовали, за кого отдали бы свой голос? Я бы ни за того, ни за другого проголосовал. Ну, просто нейтральной стороны. Я слежу за выборами в нашей стране. То есть не в курсе ни кандидаты, ни кто что? Что-то слышал, но не слежу подробно. Радуюсь, что хотя бы придет к власти адекватный человек. Наверное, люди голосуют, что... Ну почему? Чем вот можно объяснить феномен Зеленского? Два кандидата, Зеленский и Порошенко. Ну народ, наверное, просто протестует против всех, лишь бы был Зеленский. Простой человек из народа. Я так считаю. Как думаете, что-то изменится по итогам для России, для Украины, для людей? Да хотелось, чтобы Советский Союз снова воссоединился. Мы родились в Советском Союзе же. Я слышу, так вот мелькает, но... То есть вам все равно? Нет, ну я ничего не решаю и ничего изменить не могу. Порошенко совсем не президент. Это в моем понятии, это убийца. И вообще, честно говоря, я не знаю, как до сих пор он еще ходит. Если бы вы голосовали, за кого отдали голос? Ну, так как больше кандидатов нет, естественно, за Зеленского. Смотреть, да, что будет? Да, посмотреть, что будет, потому что Порошенко ничего не сделал. Вообще загноил все. Можно сказать, убил. Ну а что я могу о них сказать? Они кандидаты, вот, делают все от себя возможное, чтобы представить свою программу, чтобы люди за них проголосовали, выбрали. Они делают свою работу. Мне кажется, это как раз-таки будет и интересно посмотреть, кого выберут люди, а потом, как все сложится. Взаимоотношения с Россией и с другими странами, и вообще на мировой политической арене. Потому что сейчас трудно сделать все прогнозы, потому что точно так же, когда там, в Америке выбирали Трампа, тоже было очень много мнений, суждений, толков, и были разные прогнозы. Говорили то, что тут же начнется... Там война с Северной Кореей и все, но пока ничего такого не произошло, и поэтому я думаю, что люди благоразумные вообще в мире, и вряд ли кто-нибудь хочет прям развязать какую-то крупную мировую войну. О кандидатах? Да ничего хорошего, пожалуй. Тут я думаю, что в конце концов, когда будет новый Богдан Хмельницкий, тогда будет все прекрасно. Я старый КВНщик, я следила за Зеленским еще со времен его комедийной карьеры. Я за него болею. Мне кажется, должно быть весело в Украине. Ну, то есть я смотрю только как обыватель исключительно. Я не могу дать никаких таких вот глубокомысленных политических комментариев на этот счет. Что-то изменится по итогу? Ну, сейчас второй тур надо посмотреть. Если Зеленский выиграет, что-то наверняка изменится. А если Порошенко останется, то ничего не изменится. То есть это, знаете, как динозавр на Красной площади. Или встретишь, или не встретишь. 50 на 50. То есть если бы вы были жителем Украины, то вы проголосовали бы за Зеленского? Такой сложный вопрос. Знаете, если бы я была жителем Украины, я бы, скорее всего, на выборы не пошла. Вот, потому что, ну, это как бы, вот, ну, если прям совсем честно. Они похожи в чем? Потому что они оба, так сказать, назовем так помягче, сатирики, да, ну, вот. Только один из них еще и в крови запачкан, другой пока что нет. Вот пока-то только это. Почему люди отдают предпочтение Зеленскому? Под протест, потому что это они понимают прекрасно, что это все, ну, как бы цирк, да, ну, а раз цирк, то, значит, вот, первейший кандидат. Скорее всего, я думаю, что президент у них останется тот же, вот, ну и, соответственно, ничего не изменится. По итогам выборов что-то изменится для России, для Украины? Да я думаю, нет. Почему? А уже все разрушено. Украина разрушена. Чтобы ее поставить на ноги, это вообще уж, это нужен года, десятилетий.
То, что было раньше, она богатейшая, а теперь сейчас уже все. Уже ничего не сделаешь. То есть никакой президент ничего не изменит? Да нет, нет, ну Зеленский, Порошенко, это уже 100% нет. Ну, по вашему мнению, какой кандидат бы подошел? Ну, Бойко. Ну, вот это еще более-менее такой. Скажите, пожалуйста, вы следите за выборами президента Украины? Нет, к сожалению. То есть не знаю? Ну, я слышала, да, слышала, но не знаю. Мне кажется, вот как раз шоумен, который там выходит в лидеры, я не смотрел его программу, но Порошенко я бы точно не хотел бы, чтобы снова там стал, потому что слышали вот это то, что BBC там даже ему заплатили за встречу с Трампом, это как бы, но уже что-то говорит о том, что Порошенко как-то, ну, мне кажется, не совсем заботится о своем народе, вот, и вообще я против этой политики, которая сейчас творится между Россией и Украиной, потому что это безобразие какое-то. Мы единый народ, у нас была единая история, а тут как, а тут мы уже враги. Что это за ерунда такая? Вы думаете, если Зеленский станет президентом, что-то изменится? Да, я думаю, что-то изменится. Потому что с Порошенко останется все точно так же. И не знаю, будет ли хуже, но точно ничего не поменяется.